Всем привет, с вами Робот Лев, и мы продолжаем проходить Dragon's Dogma. В прошлой серии к нам присоединился Назим, и жена пришла из первого дарка. Ну и, конечно же, это зачудительная, офигительная шляпа. Ну, а сейчас, я думаю, что это мейн-квест. Что-то мне это подсказывает. Ну, поехали. Разгружать вагоны. Так, и куда нам это все? Окей, 4 штуки, понял. Окей. Так, мне вроде говорили то, что надо использовать, да, вот этих чуваков. Так, нет, ну ты, короче, туда это побежал. А я вот сюда. Полно времени, говоришь? Ой. Так, нет, давай вниз. Мне кажется, они сами все разгрузят, пока я тут буду искать. Так, окей. Так, схватить. R2. Падать. Блин, падать. Ты сказала куча времени, ты че мне врешь? Хоп. Так. Где еще остались? Окей, мы сделали или нет? О, окей. Ну, наконец-то. Какие страшные противники. Так я и даже выбирать не могу. Ну окей. Поехали. Три полос надо набить. Так. А, вот они. Раз, два, три. Ой. И все. Стингер тебе, мать твою. И тебе стингер. Где еще? Там? А, вон еще. Вижу. На. Стингер. Бежим, бежим, бежим. Новый уровень у жены. Отлично. Так. Окей, этот сломан уже. Ну, показали бы хоть, где они находятся. Окей. Ну, ладно. Спасибо армии. Она все делает. Еще раз. Они будут отбиваться. А у меня есть маги? Strike fast and strike hard. Окей. Vary your party and your tactics until you find success. Use your head. We'll begin as soon as you're prepared. А Назим маг или нет? Короче, поехали. It's back to the scarecrows for your last lesson. Destroy them all before my count ends. Да-да-да, поехали. Так, ну, Назим. Окей. Видимо, Назим маг. Хорошо, этот. Окей, этот уязвим. Стингер! Все они уязвимы к Стингеру. Так, ты кто, парень? Окей, ты хороший. Давай, Назим, стреляй. Иначе я тебя выгоню нафиг. Так, хорошо. Еще? Нет? Окей, Стингер, никуда. Окей. Что-то у тебя тут хреновые люди проходят эти испытания. Ну, зашибись. Да, конечно. А ты меня научишь перекатываться? Да окей, вини других. Так, видимо, у разных врагов разные резисты. Да ну. Окей, левелапы. Окей, опа, квесты. Да, один квест. Волки. Зашибись. Да окей, видимо, здесь онлайн. Здравствуйте. Нанять за ноль. А, вот что эти КР делают.
Ха, окей, подробности. Уровень 6, воин. Ну, я уже воин, так что, наверное, иди нафиг. Хм, оценка внешнего вида отсутствует. Ну да, такой себе внешний вид. Не то, что у меня. Полезность тоже отсутствует. Ладно, иди нафиг ты, бесполезный. Добавить в избранное. Хм, ладно. До свидания. Здрасте. Так, ты еще один, да? Так, ну ты лучник. Я думаю, взять еще одного лучника или еще одного мага. Я немного хочу мага, на самом деле. Окей, ты кто? Tis the second coming of Duke Dragonsbane, I dare say. I like it, friend. I like it well. Okay. Now, let us talk of business. You'd be a fool not to have a look at my wares. Okay, давай посмотрим. Я могу купить руду для крафта. Но я все еще не видел крафт. Тут есть металлическая броня, но она хуже моей. Странно. Зато штаны все лучше. Идеально. Так, а я могу купить сапоги и штаны. Это возможно вообще? Так, улучшение, давайте посмотрим. Надежный меч за золото. И все? Хм. Так. Так, так, что тут? Требуемые материалы отсутствуют. У меня есть золото, ты что? Да, наверное. Почему отсутствует тогда написано? Окей, меч плюс один. Чудо. Ага, и вот теперь мне нужна медная руда. Ну, допустим, я ее куплю. И, допустим, я его улучшу. Да. Хорошо. А дальше перо гарпии. Оно у меня есть? Хм, вроде нет. Ну, улучшим щит на единичку. О, обязательно улучшим шляпу, да. Окей, мне нужен горн. Где мне его найти? Ну, давай я попробую купить сапоги и... штаны, я надеюсь, я не просру 2000. Не, все-таки я просру 2000. Твою мать. Так, кому нужны эти штаны вообще? Нельзя улучшать драгоценности. А что считается драгоценностями? Кольца? Окей, материалы можно класть в хранилище, хорошо. Теперь я в шапке без штанов. Здорово. Так, почему у тебя голос на зима? Так, ну ты маг, но ты что-то выглядишь как бомж какой-то, так что я еще посмотрю. Так, а ты что даешь? Окей, а я Кадиллак. Ну так, я могу их нанять. Окей. Ну, я протагонист. Окей, можешь там это вернуться в деревню, там таких много. А, можно отдохнуть. Окей. Так, что происходит? Еще один склоп? Ты не циклоп. Ты тоже в шапке? А у тебя еще и друг есть? Интересно. Ой. У вас что-то много? Ну шо, мать вашу? Что с вами делать? Офигеть, сколько у тебя хп. Блин. Ладно, побежали, я без штанов. На, на. Нет. На. А, точно. Нет, нет. Нет, 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 нет. Окей, хорошо. Так, у меня ведь есть противовоздушный удар. На, на. А ты куда полез, научи меня. Так, ну-ка. Ага. Мне кажется, я тоже залез, только я нифига не вижу. Где я? Ауч! Я что-то упал. Ты куда полез, мать твою? Какого фига? Так, ладно. По хвосту. А, блин. Чё вы там орёте?
Давай слезай оттуда, мать твою, Горыныч. На, блин. Мне, возможно, стоит чаю попить. На, на. Стингер. Противовоздушная камбуха. Я вообще дамажу ее? А, блин, у меня стамина кончилась. Беги. Окей, Назим, спасибо. На. О, неплохо. И все. Здорово. Я могу тебя нанять? Нет, нарушим у меня уровень впервой. Гидру убивать. Ну я так побегал без штанов, и все. Ancient tales of the Arisen are well and good, friend. But make a gift of these heads to the Duke, and you might earn yourself a real title. Arisen, I see better now from whence the legends arose. Ну, когда я в прошлый раз дракона пытался так убить, то у меня не очень получилось. Да, бегу я быстро. The Duke will want to know of this attack. I'd hoped to gather a larger force before leaving for the capital. But a Hydra's head and the Arisen who claimed it make up the difference. Вы ее перетащите туда? I cannot say what the pass may hold. You'll need your strength. It will be slow going with a cart. I dare say you'll have no trouble catching up. Окей, принять. Что? Ладно, принять. We'll meet at the way castle. Till then, I bid you rest well. It is a long road ahead. Окей. Отлично. Так, ты маг? Да, ты маг, и ты все еще выглядишь как бомж. Ну, зашибись. Ну ладно, у тебя есть штаны, у меня есть сапоги. Вместе мы будем непобедимы. Все, поехали. Так, и вроде теперь у меня полная пати. Нифига себе, улетело. Так, а я могу купить скиллов? Хм, это подбрасывающий удар. Интересно. Я могу подбросить союзника на щите. Нифига себе. Вот это я понимаю. Камбухи в воздухе. Arisen, I am honored to make your acquaintance. This pawn is known as Jonathan. I am a collector of items from other realms. Опа, привет. All that I have, I am willing to offer you. I only ask a small payment of rift crystals in return. А это обязательно? А, он за КР продает. Хм, блин, что-то у тебя цены какие-то. Краска для лица? Краска для кожи 20 тысяч, офигеть. Просто очки. Окей, зачем? У меня есть шляпа. Элитное кольцо за 150 тысяч. Особых свойств не содержит. Понятно, это подвеска, короче. Находясь по сети в других мирах, ваша основная пешка будет получать кристаллы разлома. Подталкивайте других игроков нанять именно вашу пешку. Ага, только вот, насколько я помню, в сеть у меня он почему-то не входит. Не знаю почему. Оу. Хм, окей, то есть я здесь еще могу кого-нибудь нанять. Хм, так, а я могу свою послать нафиг? Так, ты моя или кто? Да, отпустить. Хорошо, и тут... Тут есть не бомжи маги, вот ты, например. Давай, пошли. Блин, ты тоже Назим? Почему тут все Назимы? Здорово, ты кто? Я видел его из моего поста. Что это? Это было диспатчено тогда? Благодарю Мейкера. Ну... Она убежала. Нет, она в деревне вроде. Я уж нашел лекарство. Не знаю. За городом. Навестите причал ночью. Окей. Ты куда побежал? У тебя вопросик. А ну стоять, мать твою. Стоять! Ну-ка, говори со мной. Well. Appear,
Ну ладно, что бывает. Но мейн-квест показывает мне туда. А? Шо, где? Здорово. Получай, стингер тебе. Чё не умер? Новый ранг специализации? Чё это значит? Чё ты творишь? А, спасибо. Вовремя. А вон там еще один. Ну-ка. Получай. Да, блин, почти. Ладно, стингер. Почти камбуху в воздухе сделал. Поискать в ее доме что-то? Ладно, а где ее дом? Опа, сколько вопросиков. Что? А, это ты. Мне кажется, я стырил твой меч. Колодец это данж? Окей. Я рыбак. Окей, что это? Чё мне дал? Лампу? Так. Уил! Я сказал уил! А, спуститься. Я думал просто запрыгнуть. Эй, ты чё там уже собираешь? А ну хотя, жена у меня на постоянке, так что я всегда смогу у нее обратно забрать. А вот вы там поосторожнее с лутом. Погоди, у меня уже был фонарь. Ну ладно, будет еще один. Да, его можно просто жене отдать. Нормально. О, привет, я вас не заметил. Вы что тут забыли? Блин, я очень надеюсь, что когда я выгоняю этих пешек, они мне отдают весь свой лут. Протухшее яйцо. Отлично. Моя любимая. Ну-ка, попаду. А, почти. Давай. Да, попал. Эй, не падай, наркоман. Не пройти? Ну, а если вот так? Хопа! А так пройти? Ну-ка, иди сюда, мать твою! Настойка из грибов. Оп. Блин, фонарик погас. А, не, просто масло кончилось, видимо. Утиль с маслом. Окей. У меня вроде есть. А? Включай его. Да, блин, он опять погас. Так, короче, армия, вы тут будете собирать весь лут? Потому что если я его собираю, то у меня фонарик гаснет. Да-да-да, именно так. А, идите сюда, вражины! Еще один. А, куда прилетели, мать вашу? Они меня еще дамажат. Нифига себе. Жаль, у меня нет квеста на них. А, крысы, блин. Опять не заметил. Окей. Задание выполнено. Какое-то. Там что-то рычит, и камера мне не дает смотреть. А вон я вижу, мне кажется. Что это такое? Ну ты молодец, конечно. Назим такой Назим. Здорово. Что-то такое. Получи. Может быть, это как Devil May Cry, и тут перекат это прыжок на самом деле. На. Блин, почти. На тебе еще. Офигеть, сколько он урон наносит. И что, и все? А не, вон еще. На. Получай. Офигеть, что-то их тут много, ребят. На. Нет. До свидания. Так, можно мне баф огненный, пожалуйста? Получай. Ой-ой-ой, что-то. Все плохо. С уроном? Да-да, поэтому мне нужен баф огненный. Или ледяной. Окей, то что я. Так, походу, Назим 2 умирает. А, не, он хиляется, все нормально. А эти какие-то? Никакие. Получай. Блин. На, на. Нет. Ах ты, нет. Блин, я выдохся. Помогите. На, на. Нет, прыжок, блин. Видимо, на прыжке нет фреймов неуязвимости. Все, заморозился, да? Получай. Новый уровень. На. Стамина нет опять.
Давайте добивать его. Я выдохся. На. Нет. Нет. Нет, 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 нет. Чай. Чай, 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 чай. Нет, это инструменты. Чай не инструмент. Чай. Все. На. Блин. Он уже сдох. Все, хиляйте меня. Фуф. И это еще что? Меч? Нет, это сок. Идеально. Опа, руда, только у меня нет кирки. Возможно, все-таки стоит ее купить. Еще один меч. В котором... Окей, какая-то фигня. А мне кажется, я набрал очень много вещей. Да, я очень быстро устаю и медленно хожу. Ну, скинул все на жену, и все стало намного лучше. Вы откуда вообще взялись? Ребята, пошли нафиг отсюда. Сломать засов. Окей, сломал. Куда это ведет? Помещение гарнизона. А? Ой, ё-моё. Идёте нафиг все. Армия, вы можете их бить. Еще один новый ранг. Что это значит? Куча монет. О, 3,5. О, да тут их много. Да жена хватит набирать в бутылке воду. Нам масло нужно. Выйти. Так, погоди, я там был вроде другой проход. А, или не был. Окей, где я? Сразу бьет ящики. На зим номер 2. А, нифига себе, я ушел. К лагерю прям. А вот масло я наберу. Не ломай. Так, у меня сосуды кончились. Так, жена, да, набирай. Вы кто, ребята? Окей, ты не торговец? Блин, тут еще руда. Блин, мне нужна кирка. Дайте мне кирку. Так, там какие-то камни, сундук, тот берег. О, это что такое? Город? Исход воина. Окей. А смогу ли я... Да куда ты запрыгнул? Я на тебя спрыгнуть хотел. Ну идите нафиг вы с такими тактиками. Получай. Так, не уходи. Не уходи далеко. Да, не уходи далеко, говорю. Твою мать. Дай спрыгнуть на тебя. На, блин, почти. Получай. До свидания. Чего у вас тут так много, ребята? А ну-ка, лови. Что ты? Что ты тут на меня, у? Так, ну я прошел этот данж. Чего у тебя с щитом не так? Ты его неправильно держишь. Окей, окей, давай деньги мне. Окей, давай со мной на следующего дракона пойдем. 2000, нормально. Да вы прям учитесь очень быстро. Всему подряд. Так, продать все. Но перед этим купить кирку. Я могу купить штаны. Блин, походу лут, который находится на других персонажах. Его надо сначала переместить на себя, а потом продать. Блин. Неудобно. Так, ну я продал много всего, но мне бы найти место, куда вещи складывать. Так, а ты кто? И что ты делаешь? Ну давай. Да-да-да, продвигай квест. Окей. Так, ты можешь говорить, Назим? Прям сейчас? Да, это далековато. Так, ты еще можешь говорить? Да все, я нормально бегаю, я уж зажил. Чаек попил и все. The last never was one to sit idle. I only pray danger passes her by. Окей, да, надо найти еще ее комнату. Это случайно не та, где я проснулся?
are your travel preparations complete? Well, Madeline, this is a fine bit of fortune you've come into. Ты еще кто? To Grand Sorin with riches in mind, instead find only cravens cowed by dragon fear. The streets are chaos, my goods ruined or lost. А, ты квест даешь? Fie, what to do, what to do. Давать квест. If only there was some hero to aid a poor unfortunate lass such as I. Но? Oh, I know you. You took up steel and drove the dragon from Cassidus. Да, это я. I heard about that. And of course you know me. I come here again to restock my wares. You do recall me, yes? Madeline, finest peddler in all Grancis? Конечно же, нет. Ravishing beauty of legend and song? Madeline. Well, no matter. I've bigger problems. Ты продаешь что-нибудь? Days, so terrible as to drive even I to the brink of tears. And yet, just when I need the aid of one both clever and strong, you arrive. Да-да-да, давай уже квест. Fortune means us to partner together, don't you agree? Only a fool could mistake the thread of destiny what links us. You will be my savior true, and after me, the world entire. And with that, we must be off. Да, ты слишком много разговариваешь. Ну, я там был. I must travel there with all speed, but the wilds are perilous of late. Would you see me there safely? А, сейчас. У меня тут квесты есть. Ну ты там беги, я тебя догоню. И вот сейчас мне дают квест на 24 летучие мыши. Класс. Ой, good fisher. I have a favor to ask if you have the time to listen. Does a matter of warding the village from crime. I would ask your help. Ну давай. I knew I could rely on you. Truth be told, a crime has already come. A thief, cousin. He strikes the same spots each time. Geraldo's grocery and Estella's apothecary have suffered, as I have. The rat steals in at night and pinches the food and vital stores we've gathered for times of need. Но это не я, я днем ворую. A skilled wretch, too, and well crafty. There is a strict order to his thieving. I've spoken with the others, and we've agreed upon a plan to catch our rat. Okay. Too pleased at this violation and eager to be quit of it. Best you go and speak with them. Come and find me after. I will explain the plan. Окей. Ага, и вот здесь есть хранилище. Объединить предметы. Только здесь ничего нет. Блин. Это еще что такое? Инструменты, камень телепортации. Что такое неизбывная горечь и что за лабиринт? Окей, у меня их 3 штуки. Ну, допустим, я их соберу. Один заберу. Специальный ключевой предмет еще есть. Окей, соберу. Ты все еще здесь? Ну, ё-моё. Ты будешь за мной бегать? Или как? Да, видимо. Ну, значит, будешь со мной по квестам бегать. Это не я. Это, возможно, я. Окей, и все? А ты что скажешь? I'd not believe such villainy could be found in Cassidus, had I not been a victim myself. The scoundrel even uncovered my hidden stores. Oh. I told no one of them. 'Tis clear the felon is not a common cut purse, but a thief of considerable skill. We must put a stop to him. Okay. Ready, are you? Then I'll explain. Ну давай. Fearsome fleet of foot, dashing about the village as he goes about his business. When the thief arrives, you'll give chase, good fisher. Это я могу. Pawns of yours keep watch outside the village. Зачем? Lock, you'll catch him with ease, and before he can pinch any more of our wares. Well, questions, cousin? Зачем? Так, хватит. Done with your preparations, good fisher? There's time yet, or are you ready to rest until night? Все готово, поехали. Wait. Our plan begins with night's fall. I shall go stand watch elsewhere. You head that way, good fisher. Tis time. I've faith in you, cousin. And why not? Давай, Дюл. Arisen, petty thieves are a simple quarry, aye? Так, схватите вора. Он на улице или он здесь? Сев на этот особый стул, вы можете дать наставление своей основной пешке. Что? Какой стул? Окей, этот стул позволяет настраивать их. Гениально. Ну и где этот стул? Этот? Мне вора искать надо, какой стул нафиг? Так где он? Я не могу его найти.
Мне по этим магазинам надо ходить? Опа, привет! Ты где? Ты куда убежал? Блин, камера! А вот ты где! На! На, твою мать! Мне тебя убивать надо или как? Ну, короче, я буду тебя убивать. Полетел! На! Камбуха в воздухе. Ну-ка, или схватить надо? Да. В смысле, отпусти? Все. Окей, все нормально? Ну окей. Теперь мне туда идти. Ну ладно. 3,5 новый уровень. Так, мне надо было подождать до ночи и что-то найти. Так, что происходит? Это кто? Окей. Ну, побежали, посмотрим. Привет. Ты, слышь, ты кто? Ну да, ты с фонариком тут сидишь. А, окей. Ладно, видимо, я коллекционирую блондинок. Окей, ты под грибами. А, блин. Может, потом? А выбор? Что я включил? You are arisen. We stand now on Bitter Black Isle. А, вот это что такое? Это шляпа. Окей. А можно обратно? Мне кажется, я какой-то DLC включил. Хотя я не знал, что тут есть DLC. Возможно, это не DLC? Хм. Окей, Назим, как скажешь. Камера. But I fear I myself do not know it better. My past, my aims in coming here, all of it is lost, as in a fog. All I know is that I, like you, was called here, and am bound to stay. I sensed your existence and called to you for help. I knew somehow, as by instinct, that you could grant the wish of the one who dwells below. Это все шляпа, да? Just as I know my role here is to aid you in that pursuit. Ну ладно. А что делать-то? I am versed in the purification of cursed artifacts. Okay. Should you in your travels find such ensorcelled objects, pray, bring them to me. Ладно, понял. The procedure requires but a few rift crystals, and it is a service I would gladly tender. Ну, конечно, ты с удовольствием заберешь мои деньги. I shall aid you however I can. Так, очистить предметы, хранилище. Выбрать специализацию. О, вернулся, хорошо. Так, выбрать специализацию. Что это такое? Опа, что-то новое. Мерцающий удар, это стингер? Или нет, я уж не помню. Окей, это что-то новое. Вертел плоти. Звучит как что-то из Дума. То на щит еще дофигища всего. Выпускает шквал колющих ударов с поднятой защитой щитом. О, прикольно. Меньше урона от падения и парирование, или что это? О, усилители появились. Снижение затрат выносливости на всякие захваты и просто увеличение ХП. Но я хочу вот эту фигню попробовать. Спам защита. Так, а специализация что такое? Ага, интересно, то есть я могу зареспекаться полностью. Так, у меня есть эти красные точки, а здесь их нет. Что они означают? Опа, а я и жену могу зареспекать? А я ей могу навыки купить, нифига себе. Так, а она луками больше или кинжалами пользуется? Даже не обратил внимания.
Ну, давай что-нибудь простое купим. Ну, это место, конечно, интересное, но я не уверен, насколько оно мне подходит по уровню. Но я думаю, все-таки в следующей серии я сюда немножечко загляну. Если что, убегу нафиг обратно. Ну, а пока что, я думаю, на этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока!